Выдавая сегодня эфирные 100 грамм, рассказывать буду о шотландском виске, этикетку которого украшает фамилия парня который, прежде чем стать специалистом по крепкому алкоголю, попробовал себя в качестве плотника и фермера, между прочим. Но все эти занятия были ему не по душе. Джон Дюар получал искреннее удовольствие, работая продавцом в винном магазине, который был расположен в городе Перте. Работая там, Джон досконально изучал вкусы и предпочтения клиентов, что в дальнейшем и сыграло огромную роль в его восхождении по карьерной лестнице. Набравшись опыта, скопив кое-какой капитал и повзрослев, он в 1846 году открыл, наконец, собственный заводик по производству виски. На то, чтобы сделать имя своему продукту, Дюару понадобилось целых 15 лет. Его несомненной заслугой была идея смешивать скотчи разных сортов и лет. До Джона Дюра этого практически никто в Шотландии не делал. Он же первым в стране использовал стеклянную посуду для продажи. Это помогало ему уберечься от подделок. Жулики просто не могли тратиться на виски в стекле, как это тогда называлось. Жизнь Джона Дюра прервалась в возрасте 75 лет, после чего крепкий бизнес унаследовали сыновья Томас и Александр. Они решили двигать виски Дюрс на мировой рынок. Их роли в компании Джон Дюр Эн Санс в 1884 году разделились так. Томас путешествует по свету, предлагает продукцию компании там, где только это возможно, а Александр занимается строительством новых заводов и сырьем. В конце 19 века лондонцы отдавали предпочтение джину и бренди, и чтобы как-то обратить внимание жителей столицы на свой товар, Томас придумал фокус с липовыми посетителями в самый час пик, когда около стойки э, паба было не протолкнуться. Толпу то вдруг расталкивал какой-то пьяный старикашка и требовал порцию виски, о котором никто никогда не слышал, узнав, что такой выпивки в наличии не имеется, плевал на пол, устраивал скандал и удалялся. Через пару дней этот же сорт виски спрашивал компания хмельных студентов, потом джентльмен из благородных, а потом вдруг появлялся вежливый господин в котелке и представлялся. Меня зовут Томас Дювар Хочу предложить вам несколько ящиков моего виски по сходной цене. Ну, это работало безотказно. Завоевав столицу Великобритании, Томми Диор отправляется в двухгодичное кру кругосветное турне. За это время он посетил 26 стран мира. Компания John Dewar Sons... В 10 раз увеличила продажи благодаря вот этой самой поездке. Об этом турне, кстати, Томас написал книгу Прогулка вокруг света. Рекомендую разыскать ее в интернете и почитать. А вот завоевать Америку было непросто. Чтобы пробиться в новый свет, который предпочитал алкоголь собственных производителей и не испытывал в нем недостатка, Томас решил применить нестандартный рекламный ход. Он отправил бочонок своего самого лучшего виски. Президенту США и позаботился, чтобы об этом написали все газеты страны. Шотландский виски, который пьет сам президент, вскоре стал хитом продаж. Изобретательность Томаса в области маркетинга впоследствии была признана классикой. В 1898 году на стене у Нермага Мэйсис в Нью-Йорке на большом экране прохожие зачарованно наблюдали за пляшущими нетрезвыми человечками, которые проектировались на экран при помощи кинопроектора. Они рекламировали виски Дюарс. Очередной повод удивить весь мир компании Джон Дюарс Санс предпримет через 13 лет, и это опять ей удастся. Тысячи лондонцев приходили к Темзе полюбоваться очередным рекламным чудом — огромной подвижной куклой, которая изображала шотландца, пьющего в виске. С ростом популярности виски росла и производственная мощь компании. Но, несмотря на мировое признание и высокое финансовое положение братьев Дюрс, чопорное английское общество не признавало, понимаешь ли, их равными себе. Так, плебеи, ловко разбогатевшие на продаже алкоголя. Но конец 1902 года резко изменил ситуацию. Король Великобритании присвоил Томасу Дюру звание рыцаря, а затем и барона. Вот так, с легкой руки короля, открылись двери в мир аристократической Великобритании. Томас создает элитный клуб «Дом Дюра», в котором с удовольствием собираются сливки общества. И в этом клубе, надо полагать, и рождались его знаменитые шутки, прозванные дюаризмами, которые не забыты и сегодня. Вот, например, э, как он шутил. Все мы испытываем глубокое уважение к возрасту. Тем более, когда он в бутылке. Или наш мир полон грехов. Наверное, поэтому никто не хочет этот мир покидать. В этом году создателю виски Дюрс Джону Дюру отцу Томаса исполнилось 216 лет. Так давайте же выпьем сегодня. По стаканчику этого замечательного напитка и вместо тоста произнесем одну из любимых поговорок его талантливого сына Томаса. Следы на песке времени, сидя, не оставишь.